Рекордсмен по пьяному вождению. В Закарпатье патрульные 16 раз останавливали одного и того же нетрезвого водителя. И это только в 2017 году. Всего в его коллекции более 30 админпротоколов. Почему нарушители никак не могут призвать к порядку, узнаем от Марины Коваль. Независимо от времени суток и дня недели, закарпатские патрульные задерживают одного и того же водителя, иногда и дважды в день, пьяного за рулем. Уровень алкоголя в его крови превышает норму в десятки раз. Долго, дуйте, молодец. Дивите, сколько тут. 2,96. Це Мукачевець, 83-го року народження. Затримують його завжди в Мукачеві, завжди на одному і тому самому автомобілі. Він їздить без документів. І при цьому будучи позбавленим права керування. Только с начала года на этого водителя патрульные составили 16 протоколов за вождением в нетрезвом виде. Він завжди йде на співпрацю, підписує документи, проходить огляд на визначення стану сп'яніння, пише розписки, що він більше не буде керувати, обіцяє, що більше не буде керувати. Але знову таки керує. Как найти управу на водителя, полицейские не знают. Арестовать его по украинскому законодательству не могут. За вождение в нетрезвом виде уголовная ответственность не предусмотрена. Подалося стягнення у виде штрафу, размер якого становить 40 800 гривень, а також накладалося стягнення у виді позбавлення права керувати транспортним засобом строком на 10 років. Більш жорсткіше покарання немає. На судебные заседания нарушитель не ходит, по адресу регистрации не проживает, официально нигде не работает. И собирается ли платить штрафы, пока тоже неизвестно. Общая сумма взысканий на сегодня составляет 300 тысяч гривен. Это не предел. На следующей неделе еще два судебных заседания. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область.